Ее зовут Олеся, и она глюкофил. Так называют людей, которые коллекционируют пакеты с сахаром. Увлечение Олеси Корецкой началось неожиданно, когда девушка поехала волонтером в Вену. В кафе увидела необычный сахарный пакетик в форме губ. С тех пор из каждой поездки она привозит новые образцы для своей коллекции. Это как фотоальбом, только не с фотографиями, а это как бы мои воспоминания, которые я могу взять в руки и, посмотрев на них, о чем-то поностальгировать. Франция, Казахстан, Прибалтика. Эти пакетики – личная географическая карта Олеси. Долгие годы о ее увлечении знали только родные. Стоило рассказать друзьям, и коллекция стала стремительно пополняться. Выяснилось, что есть целые сообщества людей, которые коллекционируют сладкие пакетики. Запомнились одни из последних вот эти вот из Азербайджана. Я почему-то, когда получила их в подарок, решила выложить пост в социальных сетях, что... И признаться людям, что я глюкофил. И было удивительно, вообще приятно, что люди так реагируют, что «Да ты что, ты собираешь сахар? Как интересно!» Сахар из Европы и Азии уже в коллекции Олеси. Теперь мечта пополнить коллекцию пакетиками с американского материка. Лариса Шлафас, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.